Что такое дистанционное зондирование Земли из космоса, в каких сферах оно применимо и почему это незаменимый инструмент для изучения нашей планеты. Смотрим. Технология дистанционного зондирования Земли из космоса – незаменимый инструмент изучения и постоянного мониторинга нашей планеты, помогающий эффективно использовать и управлять ее ресурсами. Современные технологии дистанционного зондирования Земли находят применение практически во всех сферах нашей жизни. Эта информация используется в самых различных отраслях. Для сельского хозяйства, для лесного хозяйства, для выявления пожаров, что в настоящее время актуально. Цель дистанционного зондирования Земли в получении различной информации об объекте без приближения к нему, а также в создании пространственных данных. Вся информация поступает в большом количестве в геоинформационные системы. Фактически 80% информации поставляется за счет дистанционного зондирования Земли. Это та отрасль, та технология, за которой будущее. И то, что сейчас говорят о цифровизации экономики России, это именно та технология, которая будет давать существенный вклад в цифровизацию экономики нашей страны. Приборы, используемые для такого зондирования, размещают на различных базах, в том числе на Земле, судах, самолетах и космических летательных аппаратах. Специальные камеры и телевизионные системы повседневно используются для съемки физических и биологических объектов на Земле, море, в атмосфере и космосе. Аппарат движется по своей орбите, под этой орбитой, скажем так, вращается Земля, и поэтому возникает возможность получения изображения одного и того же участка местности через определенные промежутки времени. При этом высоты орбит могут быть самые разные, как 600, так и 800 километров. Фокусные расстояния различаются. Отметим, что дистанционное зондирование Земли регулярно становится популярной темой для выпускных квалификационных работ выпускников Института физики Казанского университета. Елизавета Никитина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.